Всем привет! Если заклинил суппорт на направляющих суппортов, можно решить эту проблему, посмотрев это видео. Так выглядит направляющая тормозного суппорта BMW X5 E53 кузов. Так выглядит направляющая втулка. Устанавливать будем ремонтный комплект по производителю Quick Break. В комплекте две резинки направляющих суппортов, две пластиковые заглушки направляющих суппортов, смазка монтажная. Установочный комплект предназначен для монтажа на одну сторону. Я приобрел сразу два ремкомплекта на две стороны, для того чтобы обслужить два суппорта задних. Итак, начнем с признаков. Накат автомобиля ухудшился. Второе, при остановке, если приотпустить педаль тормоза практически на нулевой скорости, машина продолжает притормаживать самостоятельно. Третье, если мы остановились на небольшом склоне, отпустили педаль тормоза, машина не стремится двигаться вниз по склону, а стоит на месте. Четвертое, появилось ощущение, что машину тянет в какую-то из сторон, влево или вправо. В моем случае в правую сторону, поскольку подклинивает правый тормозной суппорт. Пятое. После активной поездки в салоне может появиться запах горелого. Запах может появиться при выходе из строя или подклинивания передних суппортов. Шестое. Мы можем заметить повышение расхода топлива. Седьмое. После интенсивной поездки мы можем проверить температуру дисков. Можно потрогать по очереди все четыре диска колесных. Необходимо подойти и приложить руку к колесным дискам. Если температура диска ощутима существенно и отличается от какого-либо из других дисков, это говорит о том, что тормозной суппорт подклинивает. Подклинивание возможно как на направляющих суппортов, так и на поршне тормозного суппорта. Приступим к замене направляющих суппорта. Для этого нам нужно поднять машину на домкрате. Далее нам понадобится головка на 19, секретка и ключ. И откручиваем колесо. И снимаем колесо. Далее смываем грязь. Далее нам понадобится очиститель для двигателя и кисть. Наносим очиститель двигателя.
и смываем очиститель двигателя. Далее нам понадобится бескислотный очиститель ржавого налета от Koch. Наносим и проходим кистью. И смываем. И оставляем на минут 30-40 до полного высыхания. Далее снимаем датчик тормозных колодок, нажимаем на фиксатор металлический и достаем датчик. Далее снимаем пластиковые заглушки направляющих суппортов. Одна крышка и нижняя крышка направляющей суппорта. Поддеваем отверткой и снимаем. Далее нам понадобится шестигранная насадка размер 7. И откручиваем верхнюю направляющую. Снимаем ключ и далее от руки. И снимаем верхнюю направляющую. Далее откручиваем нижнюю направляющую, устанавливаем насадку в направляющую и при помощи разводного ключа и откручиваем. И снимаем направляющую нижнюю. Снимаем стопорную скобу. Расклиниваем суппорт. Сводим чуть-чуть колодки.
и снимаем суппорт. Снимаем тормозные колодки и вторая. Проходим суппорт металлической щеткой, очищаем его. В этом месте аккуратно, здесь пыльник. Далее снимаем резинки направляющих суппортов. Первым делом нужно запустить сюда отвертку маленькую. Чем меньше, тем лучше. Вот так на сквозняк запускаем. Далее нам нужна отвертка побольше. И складываем пыльник. Далее поддерживаем второй рукой. Убираем отвертку большую. Заводим ее с обратной стороны. И поддеваем наш пыльник. Берем за резинку и подтягиваем ее. Сняли. Так выглядит старая резинка. Сейчас сравним с новой. Вот новая резинка, это старая. Отверстие здесь уже разбухшее. Снимаем вторую резинку. Так же само устанавливаем мелкую отвертку под резинку. Вот так. Далее нажимаем по центру. Удерживаем второй рукой. Заправляем с обратной стороны отвертку побольше. Поджимаем и удаляем старую резинку с суппорта. Резинка уже очень дубовая, пересохшая и раздатая. Далее очистим внутреннюю часть суппорта и посадочные места резинок направляющих при помощи очистителя для суппортов и тормозной системы. Пройдемся щеточкой. На места установки резинок направляющих суппортов нанесем бескислотный очиститель ржавого налета и пройдемся со щеточкой. И смываем очиститель ржавого налета. Протираем тряпочкой. Посадочные места резинок также пройдем тряпкой с отверткой. Еще раз смоем. Далее мы будем утапливать цилиндр тормозного суппорта. Для этого нам нужно открыть крышку бачка тормозной жидкости. Откручиваем крышку. Поднимаем ее вверх. Этого будет достаточно. И сведем тормозной цилиндр.
Сейчас сделаем несколько качков. Посмотрим, как он у нас работает. Так, у меня получилось сделать 3-4 качка. Поршень вышел. Сейчас мы его обратно утопим. Достаточно. Теперь ослабляем. И можем снимать наше приспособление. Есть. Далее щеткой по металлу очищаем посадочные места колодок. Далее приступаем к установке новых резинок по квикбрейку. В комплекте есть смазка. Распечатываем. Промазываем резинку. Так. И устанавливаем в посадочное место. Сейчас еще добавим смазочки. Провернем. И устанавливаем. Так. Втулка на месте. Сейчас мы проверим ее направляющей. Так. Отлично заходит направляющая. Приступаем ко второй. Наносим смазку. Равномерно. И устанавливаем в посадочное место. Так. Так, резинка на месте. Удаляем остатки смазки и проверяем втулку, насколько она хорошо заходит. Отлично. Идеально. Еще раз. Тоже идеально. Далее устанавливаем тормозные колодки. Заводим первую тормозную колодку и фиксируем ее в тормозном цилиндре. И вторую тормозную колодку также можем завести и установить в посадочные места на суппорте. Устанавливаем суппорт тормозной на место. Аккуратно его заводим. Устанавливаем тормозные колодки. Перед установкой направляющих суппорта хочу обратить внимание. Это у нас направляющая оригинальная. Для того, чтобы открутить ее, мы использовали шестигранную насадку на 7. Это у нас новая направляющая от QuickBrake. QuickBrake звезда. Звезда на 40. Так, устанавливаем новые направляющие от QuickBrake.
верхняя направляющая и нижняя направляющая. Так, на месте. Далее нам понадобится звездочка на 40. Наносить смазку на направляющие мы не наносим. Как и говорит нам ТИС, этого делать не стоит. Так. И закручиваем верхнюю направляющую. Поджимаем верхнюю направляющую. И зажимаем нижнюю направляющую. И поджимаем. Готово. И устанавливаем пластиковые заглушки направляющих суппортов. Нижняя и верхняя. Отлично. Остается нам установить датчик износа тормозных колодок. И защелкиваем датчик износа тормозных колодок. Отлично. Подфиксируем его. Этой резинкой штуцера прокачки. Отлично. И проверим суппорт, как он у нас легко двигается. Можно сказать, идеально. Сейчас сделаем пару качков педалью. Мы закончили замену направляющих тормозного суппорта заднего. Вот номерочек по квикбрейку еще раз. Может кому пригодится. Наши две старые втулки оригинальные. Два пыльника по АТЕ, также еще оригинальные. И две крышечки. И не забываем установить скобу суппорта. На месте. Не забываем закрутить крышку тормозного бачка. Поджимаем. Отлично. И устанавливаем колесо.
и зажимаем колеса. На этом все. Процесс замены направляющих суппорта мы закончили. Подписывайтесь на канал. В конце этого видео оставлю несколько ссылок на другие видео о ремонте BMW X5 и 53 кузов. До встречи на канале.